хорошо. Здорово! Здесь учеба и развлечения объединяются вместе. Маршрутные листы и вперед на разведку территории. Познавательный квест для ребят с особенностями в развитии подготовил загородный комплекс «Космос Косарги» при поддержке Центра помощи детям «Звездный дождь». Выбрана эта база, потому что здесь очень хорошая душевная атмосфера, все очень удобно и приятно. Кроме всего прочего, это люди, которые давно знают наш «Звездный дождь», давно участвуют в жизни наших особенных детей и помогают нам разными способами. Загородный комплекс «Космос Косарги» расположен на берегу одноименного озера в Сосновском районе, что всего в 20 минутах езды от Челябинска. Вы правильно заметили, мы позиционируем себя как загородный комплекс семейного отдыха, тихий, спокойный. У нас здесь никогда не проходит каких-то шумных вечеринок, комфортные домики для семьи, детские батуты, волейбольная площадка, контактный птичник, так сказать, зоопарк, да, где детки могут сами покормить. У нас более 12 видов птиц. Также есть кролики, детская игровая с аэрохоккеем, теннисом, прокат веломобилей, велосипедов, самокатов. Ну, такой активный, настоящий активный, без гаджетов, семейный отдых. Встречать лето на территорию загородного комплекса приехало 57 южноуральских семей. Многие из них посетили озеро Косарги впервые. Нам очень понравилось, очень красиво. Само место такое красочное, здорово. И озеро, и детям здесь очень понравилось. Так вот? Кульминацией праздника стал мастер-класс по приготовлению бургеров. Ведь научиться готовить даже самое обыкновенное блюдо для ребенка с особенностями в развитии – задача не из легких. Но, тем не менее, все участники с задачей справились и, судя по их счастливым лицам, получили от процесса огромное удовольствие. –